Ну что, привет, народ! Всем здравствуйте! Ну, сегодня хочу вам показать кое-что здесь, что мы будем сажать сегодня. Сегодня мы решили, мы имеем вот здесь вот такие вот виноградные, горшочки. Видите, вот здесь вот, видите, горшочек. И вот виноград в горшках растет. Вот тут у нас есть еще один, вот, видите, вот. Потом вот там растет, у нас виноград посажен, только посадили. Вот там, вот там. Вот там у нас горшки виноградные, видите, вот виноградные, вот так вот там находится. Потом вот здесь вот горшки виноградные растут. Ну и что мы решили? Мы решили, народ, чтобы каждый кусочек нашей американской земли был задействован. И мы решили вот в эти горшки посадить что? Догадайтесь, что мы хотим посадить горох. Вот видите, горох. Так что будем показывать, как мы садим горох. Что я делаю? Первым делом я взял его на один день в водичку посадил. Потом что я делаю? А вот так взял, вот так беру лопаткой и просто так вот раз кинул и засыпал. И вот таким макарчиком делаем дальше. Вот так раз. Поглыбше, ладно, поглыбше закиньте, бо если жара придет, то будет труба. И все. И вот так себе раз, вот так раз, вот так раз, земля, вот так вот землю берем. И вот так тогда кидаем, засыпаем. И все, вот так вот берем, вот так вот, и туда раз, и вот так вот засыпали, вот так вот употрамбовали, вот так сделали кулаком. И пошли дальше, ребята. И в каждый вазончик насыпаем что? Горошину. И все. Все. Следим за движением. И что говорим? Горошек принеси мне много урожая. Так что все. Все пальчик вверх. И что? Ждем через недельку. Наверное, будет уже будет сходить, наверное, ждем. Ждем, чтобы зашло все, да? И наблюдаем за движением. Ну все. Всем пока-пока. И следующий ролик буду, надеюсь, показывать, как он зашел. Вы верите, что у меня получится? Я верю, что у меня все получится. Там у меня все получается. За что не берусь, все получается. Ну все, все пока, всем привет. Из Америки, короче, всем добра и самого хорошего настроения. Народ, движем, следим за движением, идем вперед. Только вперед и вместе. Если у вас есть лишний вазонок, идите 2 рубля на горох потратьте, засыпьте. Через 2 месяца, месяц, полтора, у вас уже будет зеленый горошек, и вы себе раз, чувак, и витаминчики, и чесночком закусите, и здоровья у вас, аку, коня. Все нормально, все пока.